привет! Сегодня говорим о новинке компании Sanderson, коллекции Чизик. И надо сказать, что с выпуском новой коллекции компания расстаралась. Расстаралась больше всего для российского рынка. Сейчас объясню почему. Все мы знаем и помним Sanderson как достаточно яркие вещи, флористические. Так вот, данная коллекция характерна тоже растительными где-то орнаментами и мотивами, но в очень сдержанных и приглушенных тонах. Наверное, то, что как раз любят наши потребители. Здесь можем видеть крупные дамаски. Смотрите, какие цвета. Это сложный коричневый, это сложный, опять же, серо-голубой цвет, холодный и теплый коричневый. Но хедлайнером, да, или главным дизайнером этой коллекции является вот этот дизайн. И посмотрите, насколько он нейтральный, насколько он интересный. Это практически монохромный тон, который имитирует некую штукатурку. Это объемные листья, если присмотреться, они имеют некий такой переливающийся цвет, что дает объем. И нежные, аккуратные цветные птички. Таких дизайнов нескольких цветах, и все они достаточно интересны и, мне кажется, легко применимы в наши интерьеры. Дальше, это, конечно, не обойтись без флористики, которую так любит Sanderson, и чем она ценится и славится. И опять же, очень спокойные, очень мягкие тона. Это растительные орнаменты. Смотрите, да, насколько это выглядит интеллигентно и неярко. Вот интересный дизайн, который заслуживает отдельного внимания. Это, опять же, растительный орнамент вот с такими прекрасными птичками, но интенсивность краски сделана таким образом, что в общем объеме это выглядит как некие дамаски. Еще один флористический дизайн. И в завершении очень интересная, опять же, совершенно неяркая геометрия. Вот такая вот решетка с элементами. Зеленый цвет. Ну и, пожалуй, такой, наверное, самый яркий, контрастный, такой темно-серый с бронзовым рисунком. Ну и в завершении хотелось бы сказать, что, как мы знаем, фабрика Sanderson никогда не ограничивается изготовлением или производством только обоев, а всегда дополняет свои коллекции интересными тканями. В первую очередь это компаньоны, которые идеально сочетаются с этой коллекцией обоев. И вот такой вот каталог небольших обивочных тканей, которые можно использовать для кресел, диванов и декоративных подушек. Приходите к нам за выбором, всегда будем рады. Пока!